Всем привет, меня зовут Эд, и вы на канале Проект Магнит. Наши истории, которые мы освещаем, всегда связаны с героизмом, с хорошими поступками. Но героизм не всегда тот, который, скажем так, выливается в какие-то определенные поступки или спасение жизни, или что-то там еще. Герой может быть обычный человек, который, несмотря на трудности, остается человеком и не теряет свою добрую душу. И именно поэтому в качестве примера мы выбрали Игоря Вовковинского, самого высокого человека, ныне проживающего в США. Родился он в Украине, и пока его рост не стал бросаться в глаза, никто и подумать не мог, что с ним что-то не так. Его рост не останавливался, и постепенно ему становилось сложно ходить, у него чудовищно болели ноги, ему трудно было дышать, все функции организма были занижены. Мама Игоря в отчаянии писала во все клиники, в том числе и зарубежные, и только в США вызвались ему помочь, сказав, что у него болезнь гипофиза. И им не оставалось ничего, как собрать чемоданы и уехать. Переезжать было очень сложно, чужая страна, непонятный язык, ни друзей, ни родственников, но зато надежда на исцеление. Но это все было не зря. Ему сумели остановить рост на отметке 234 сантиметра. Но прежде чем это случилось, большая масса тела и аномальный скелет деформировали его стопы. Подошва ног все время, так сказать, взрывалась и образовывались открытые раны, которые ему раз за разом сшивали. Подолгу он оставался прикованным к инвалидному креслу, и каждая мысль снова встать на ноги вызывала ужас. Пребывая в заточении в четырех стенах, он не чувствовал себя одиноким. Рядом с ним всегда была его жуткая боль в ногах, которая так его полюбила, что не покидала ни на минуту. А у меня боль вообще 24 часа в сутки. И Игорь учился с ней жить, принимая ее такой, какая она есть. Много раз он пытался влиться в социум и жить обычной жизнью. Он изучал право в Миннесоте, пытался писать книгу, заниматься кулинарией. Но его спутница боль тянула одеяло на себя. Она не хотела ни с кем и ни с чем делить своего Игоря. Она хотела, чтобы парень все свое внимание направлял на нее. Она пыталась стать центром его мира. И любая попытка Игоря абстрагироваться безжалостно пресекалась. Боли нравилось, когда он был в ее власти, и оттого она еще больше наращивала свою силу. В конечном счете боль стала постоянной и нестихающей. И даже за этой улыбкой кроется она. В общей сложности Игорь перенес свыше 30 операций и большую часть жизни провел в больницах и домашних стенах. Но при этом он сумел не потерять человеческий облик. Более того, все эти трудности сделали его добрее. Игорь живет далеко не самой счастливой жизнью, но старается не терять свою душу и не замыкаться в себе. Наоборот, он пытается быть рядом с людьми, охотно идет на контакт, принимает приглашения на разные интервью, появился даже на Евровидении, в эпизоде кино, посетил не одно мероприятие и, наверное, сделал бы куда больше, если бы не ноги. Они до такой степени болели, что надевать старую пару обуви он больше не мог, из-за чего не имел возможности даже просто прогуляться по дому. Фактически я узник в своем собственном доме, хотя врачи разрешают мне ходить, я не могу этого делать, потому что мои ботинки причиняют мне серьезную боль. Тесная обувь деформирует мои ступни и пальцы ног. С криком о помощи Игорь обратился к народу, и те мгновенно собрали для него не 15, а все 30 тысяч долларов. Люди оказались чрезвычайно щедры по отношению ко мне. На мой счет перечислена солидная денежная сумма, которая почти в два раза превышает ту, что я просил изначально. Парень был потрясен добродушием людей и вдвойне удивлен, когда те же Рибок не взяли с него ни цента, а просто подарили кроссовки 58 размера. Плюс к этому для него был построен дом, специально подогнанный под него. Там и потолки высокие, и дверные проемы. В общем, все делалось для того, чтобы он комфортно мог жить. И наконец, сами Барак и Мишель Обама пожелали с ним встретиться. Такое чувство, что весь мир встал на его сторону и стал помогать в его пути. И он, в свою очередь, не остался в долгу. И хоть и живет он на пособии и по факту семью содержит мама, они каждый месяц умудряются отправлять по 2-3 коробки гуманитарной помощи нуждающимся в Украине. Игорь говорит, что каждый обязан отдавать миру и людям что-то в ответ. Когда только получаешь, но не отдаешь, нарушается баланс. Сам же для себя он многого не хочет. «Я мечтаю о том, чтобы из моей жизни ушла боль, раз и навсегда», — поделился Игорь Вовковинский.
Врачи разводят руками. Я сам пытаюсь себе помочь. Да, мне дают медпрепараты, которые облегчают боль. Но она уходит на некоторое время и потом снова возвращается. Сначала я пытался найти людей с похожими проблемами, но мне никто не ответил. Но надежда умирает последней. Я верю, что найду тех людей, которые мне помогут. А пока мне остается только искать в своем росте плюсы. И еще хотелось бы передать всем зрителям одно пожелание. Каждый день говорите спасибо за жизнь и цените то, что имеете. Когда я вижу, как люди переживают из-за того, что у них нет айфона, мне становится просто смешно. Материальные вещи не имеют никакого значения, и стоит как можно раньше понять, что счастье не в этом. И, пожалуй, мы догадываемся, в чем же оно. Надеюсь, эта история вам понравилась, вдохновила вас. И на примере Игоря вы сделаете какие-то выводы по отношению к самому себе. Каждый из нас находится в тех или иных трудных ситуациях. Это жизнь, и без этого абсолютно никак. Но, как я говорил в самом ролике, одни трудности ломают людей, а других делают сильнее, подталкивают к развитию. Давайте будем из тех, которые идут вперед, несмотря ни на что. Сегодня, возможно, нам трудно, а завтра мы выберемся из этой ситуации. Главное во всем этом не потерять себя и свой человеческий облик. Ну и, конечно же, будьте магнитом и притягивайте в свою жизнь только самое лучшее. Ну и лайк, подписка, все по стандарту, как это бывает, чтобы поддержать наш канал и, следовательно, сделать этот мир немножечко лучше. До скорых встреч!